Итак, всем привет. Итак, все. Так, все, звук есть отлично. Сейчас, секунду. Достану геймпад, тем не менее. И можно начинать. Так, все отлично. Изображение есть, звук. Тоже все хорошо. Можно начинать полноценно. Тем не менее, сейчас нужно будет побегать по оставшимся, скажем так, элементам локации, которые я пропустил удачно. Ну вот, и таким образом пропустил довольно-таки важные предметы. Сейчас в одну локацию вернемся, заберем очень важный предмет, а в другую локацию просто добегаем ее. Вот, как-то так. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте. Как поживаете? Говорите, как есть. Так, окей. Я вас понял. 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 Тут понял тоже. Можете не повторять. Еще не одно, так другое. Ай. От чего именно? Тут у меня, скажем так, небольшой пиздец, поэтому сейчас не особо в чат получается смотреть. Или не одно, так другое реально. Тихо. А что там с крабами, кстати? Раньше бы я вспомнил, где находится этот щит, тем не менее. Эх. Теперь еще быстрее будет восстановление выносливости. Да меня и те били. Типа. Как-то так. И оборотни, и крабы, и пацаны с палками, типа кто угодно, бил меня. Я так понимаю, я вот этот проход пропустил. Я тебя понял. Большой осколок. Вот этот проход я пропустил. Да. Так,
Так, я сейчас надеюсь, не вылетит ничего. Сейчас, секунду, альтабну срочно. И... Так, ну вроде все нормально, окей. Сейчас, тогда, секунду. Так, мне нужно вот это окно и вот эта фишка. Все. Так, а ну-ка. Сейчас, тогда, секунду. Угу. Угу. Ну, плюс-минус, окей, ладно, все, значит, все нормально. Окей. Нужно было срочно альтабнуться. И стрим не вылетай. Так, все, отлично. Я там, короче, в NVIDIA нашел одно недочет. То есть, суть в том, что раньше резко сделалось как? Сейчас, короче, одна отвечу на сообщение в чате. Короче, раньше была такая фигня, типа, можно было настроить резкость в игре. То есть, вот, если я смотрю вдаль, оно не такое мыльное. С помощью настроек резкости NVIDIA, при этом не используя масштабируемость графического процессора, типа. А сейчас масштабируемость, она только с графическим процессором. Из-за этого слетают настройки монитора, точнее, не настройки монитора, настройки монитора в NVIDIA, скажем так. Вот. Вот. Из-за этого я вот это увидел, такой поменял, потом через оверлей NVIDIA настроил резкость через фильтр. Это как бы жрет FPS, но это как бы один из тех возможных вариантов, при которых я спокойно вообще могу более-менее смотреть на игру. Вот. И я так понимаю, что вот проблема пропала. Сейчас вот альтаб, и вроде нормально все. Но опять же, как бы... Вот, не знаю, насколько стабильный вариант, но, по крайней мере, не такой отвратительный в целом. Вот. Хотя, опять же, вот, может быть, кстати, FPS немножко и приседает. Так, что у нас здесь? Два демона? А, не. Стоп, или что это? О, это эти шарики, я помню вас. Тихо. Это вот как раз таки вот эти вот штуки кастуют все, что не надо. Все, что надо и не надо. Ну, типа, опять же, вот картинка прикольная. Вот единственное, что мне вот процессор не позволяет на более высокой графике стримить. А, это вот единственная проблема. Ну, это временная проблема, но когда эта проблема решится, я, скорее всего, Dark Souls'ом уже явно покончу. Вот. Так, это что такое? Две руки возьми. Ай, как, чё, как виснет-то как? 40 FPS, что такое вообще? Что за локация? Не, ну, повыше, конечно. Да ё-моё, ещё и отравление. Нифига себе, вот это облако. Так, ладно, сейчас разберемся. Elden Ring. У меня еще идея секира есть, но как бы мне секира, я сдохну на этом секира. Эта игра для меня это просто что-то нечто. Опять же, я не знаю, как секира будет на ПК, ну, точнее, стрим еще дополнительно вывозиться с этим всем. В общем-то, кстати, вот я забыл ответить на сообщение. Ну, типа, да, конечно, как бы пожелание исправить все. Вот насчет первого пункта, это не совсем, скажем так, зависит как бы от человека. То есть, как бы в целом, да, зависит от человека. Тут я, ну, бесспорно, безусловно, как бы он совершает поступки. Но в плане того, что
не всегда тихо. Как бы возможно то, что и невозможно. В некотором плане. И где-то здесь какая-то тайная стена есть. Вот тут я не могу сказать точно. Ну, скажем так, это один из вариантов. Как бы его придумали, как бы, я так понимаю, что чисто, как бы, извращенцы, выразимся так, вот, но как бы в целом очень сильно может помочь обычному человеку справить, скажем так, одиночество и все такое. Вот я не могу просто подойти к этому чудику, вот пока вот эту жижу вот эту вот не прибью. Все, наконец-то. Вот здесь вот, что ли, она? Нет, не здесь. В этом какие-то спуски. Я, кажется, понял, о чем это. Или и не здесь, скорее всего. Да-да, скорее всего, не здесь. А вроде прыгать туда, безусловно, надо. Или нет? Но я просто я не перепрыгну, мне кажется. Ну-ка. Да. Не надо. Ничего колдовать, пожалуйста. А тайм-менеджмент, ну не знаю, опять же, допустим, помогает просто поставить перед собой какую-то цель. Ну типа вот именно не просто вот там не надо, а вот именно конкретно прям поставить себе, скажем так, установку дать, как делал это один известный человек в 90-е. Я, правда, забыл его фамилию. Кашпировский, его такой, типа, установочку себе сделать, вот, и может быть поможет, кстати, не знаю. Может, тут надпись где-то будет, интересно? Впереди костер. Не, вот это у меня, вот эта надпись меня не интересует на самом-то деле. Ну и что, что впереди костер? Костер это, конечно, хорошо, не спорю, но... Не-не, установки там на добро это... Не-не, я не про это. Я конкретно про, скажем так, именно вот, образно говоря, вот... О, вот, вот это что-то. Что-то тайное, я помню. Оно не оно, интересно. Так, вот, уйди. Короче, просто, как бы, скажем так, вот как нежить, по факту, вот, в Dark Souls и ставит перед собой цель, там, помочь кому-то, или, допустим, стать повелителем, нет, в данном случае повелителем пепла, это немножко к третьей части больше, в данном случае божечь пламя, там, или не выжигать пламя, типа, но при этом получить все души великие, там, не знаю, ну, что-то такое, не знаю, в принципе, помогает порой. У меня сейчас, по сути, вот такая же стадия, скажем так, вот есть... стадия, скажем так, не то что трудолюбие, но какого-то вот дела. А сейчас у меня по факту стадия ремиссии. То есть я могу тупо вот просидеть весь день и ничего не делать, абсолютно, не знаю, там Warframe играть. При этом как бы раньше, ну я опять же, я забросил Warframe, потому что вот тупо были какие-то другие дела. Просто сейчас вот нефиг делать, считай. Вот осколок Эстуса, тем не менее. Ой, еще там какая-то фигня. Страшно. Страшно. Я не пошел в другое место. А, это в нижнюю часть, да? О, что-то интересное. Падать ничего не будет на мне, надеюсь. Уголь. Неинтересно. Это я... Стоп, я тут был... А, вот тут я пришел сюда. Вот здесь вот я проход пропустил. Потом... Не, стоп, я пришел не сюда. Я пришел оттуда.
Ой, все, короче, неважно. В общем-то, единственный путь это пока что сюда. Тут, по сути, ничего прям такого нет в этой локации. То есть она опциональная, типа. Просто как бы, скажем так, для полноты. Для полноты. Не помешало бы и побегать ее. В целом-то. Как бы. Главное не запутаться. Хаотический самоцвет. Мне вот звук этот не нравится, который я сейчас слышу. Ё-моё! Уйди! Уйди, уйди. Ну ё-моё. А это, кстати, этот пожестче, да, штука? Ничего не вижу. Дует и дует. Так, быстрее. Вроде сюда мне надо как раз таки. Вот в эту комнату. Да, тут вроде пепел что ли валяет. А, книга пиромантии залита. Но у меня пиромантии нет, к сожалению. О, точнее, я даже пироманта не находил никакого. Я даже не знаю, где его искать. И, ну, опять же, возвращаясь, например, то есть, ну, тайм-менеджмент это ладно, типа, лень, это уже, скажем так, особенности человека, а что касается личной жизни, ну, Анатолий, это опциональный квест. Ну, это по факту, это просто вот опциональный квест, все, то есть, как бы, ну, в целом-то, как бы, понятное дело, что тебя тянет какими-либо способами к этому квесту, не гормонально, как это правильно сказать, в плане того, что, ну... Сам, короче, понимаешь, вот. Но это, по сути, вот опциональный квест. Как бы есть и есть, нет, и... Ну и ладно. Не, ну мне это вообще не нравится. Я понимаю, что у них большой резист к огню, скорее всего. Но мне чисто вот... А, ну, я понял, короче. Я вам ничего не сделаю таким образом. Прям вообще, то есть, ну, типа, прям вот вообще, хотите сказать? Не, ну вы так это, конечно, такое заявление сделали, как бы не осуждаю, наоборот, даже в некотором плане одобряю. Ну и орут они. Предлагаю вернуться обратно, если я сейчас вообще путь найду, потому что я заблудился, мне кажется. Хотя не, я в принципе помню, я вот тут явно был. Это комната, скорее всего, значит тот проход, он единственный. Значит, надо искать явно другие какие-то радости, выразимся так. Потому что игры это неплохо, но и нехорошо, по факту. Потому что, как бы... Как это правильно выразиться? Они не... Как бы, человек это хоть и, конечно, может быть индивидуальное, скажем так, существо, но в некотором плане социальное. Вот, и это важно. В любом случае, даже для меня. Ого, ничего себе. Иди сюда. Я так и не понимаю, куда я иду, вот серьезно. Я вот просто нахожу какие-то новые коридоры. Я что-то уже заблудился немного. Так, все, хватит, не надо.
Меч черного рыцаря. Перебил демонов, тут, так понимаю, нехило. Еще одно, не? Да вроде и сообщений нет никаких. Куда я иду? Где я вообще нахожусь? Скажите, пожалуйста, где я типа стоял? Это ж те самые двое, да, вот эти вот? Двойняшки вот эти вот. Тихо. Тихо. Осколок. Из него, пожалуй, эту фигню. Большой осколок. Где-то я ж наверху стоял, помню. И смотрел на них. А, только надо по картине. Вот, я ту вот был. Вот, вот, все, вот здесь, вот все, узнал. Как-то так. Блин. Не убивай, пожалуйста. Я тебя убивать не буду, и ты меня не убивай, хорошо? Как бы я прощу тебе эту оплошность. Чего они здесь стоят, непонятно. Кругосветка-то тут ни при чем. Просто, скажем так, найти место, которое тебя устраивает. Это еще ниже. Не, лучше я обойду пока что. В каком-либо понимании место, которое устраивает, я про это. Будь то страна, будь то, не знаю, там, может быть, я не знаю, как называется этот бродячий цирк. Ну, типа, как бы это странно не звучало. Может, там, типа, скажем так, тебе больше понравится, а может, нет. Это еще что такое? Там я, конечно, по слухам, слыхал, что там прикольно. Вот, но, скажем так, там нельзя жить. Если уж на то пошло. Где я нахожусь? Я не понимаю, где я нахожусь. Вообще. Здорово. Я реально потерялся, походу. Я как-то локацию не совсем понимаю в этом плане. Какие-то коридоры бесконечные и куча говна. Рестуса. Надо быть поэкономнее немного. Иди сюда. В теории данного количества рестуса мне должно хватить, чтобы зачистить эту локацию. Хотя, блин, я себя знаю. Возможно, Сигбрау какой-нибудь нужно будет использовать. Ой-ой-ой, не-не, все, я не успел. Ну нафиг. Нет! А, не убила? Ой-ой-ой, я в ловушке. Так, вот это сейчас исчезнет первым.
А не, все, могу идти. Тихо. Окей, отлично. Не плюйся. Титанитовая чешуя. Это где у нас? Отлично. Там администрация ничего не говорит, типа, в чем прикол? О, вот он ты. Блин, я надеюсь... Кстати, меч узнаете? Вот я узнаю по ударам в лицо, по всему подряд, что за меч. Максимально узнаю. А что с тобой, чел? И когда вот я нажал удар, он... Тихо, тихо. Юзай быстрее. Ай. Так, как же тебя этот... Подойдет? Я не, я ж не выживу так. Ай-яй-яй. Пойди, где щит вообще? Где мой щит? В смысле? А, я его убрал. Ну чё, как? Здорово. Идешь сюда? Да ты как ты мне надоел? Ты бьешь постоянно вообще, когда только я бью. Ща. Последний эстус. Спасибо. А я не знаю теперь, как до него дойти. Понимаете, в чем проблема? Да типа... Как бы я не помню просто банально, как дойти. Эти какие-то лабиринты непонятные. Хотя вот, кстати, я вот помню схему смотрел недавно. Вроде все было более-менее внятно. Вот куда я шел? Да вроде нажал кувырок. Ой, так, куда же я шел? Так, я вроде вниз спускался все-таки. Так, не успел. Я вроде прям по низу прошелся. Что-то около этого. Иди сюда. Ага. Кувырок был нажат вообще-то. Опять был нажат кувырок. Из-за FPS, скорее всего. Ай. Тихо. Это что сейчас было? А, ё-моё, я-то думал. А, окей. Пусть здесь остается. Не побежит же он за мной, нет? Отлично. Осколок.
Отлично. А теперь я вроде хотел пойти вот так вот, но потом типа я такой, не фигня, и пошел вроде вот как раз таки, спустился путем вот этого прохода. Да, что-то типа того. Да, и вот крыска тут есть. Не одна. Две. Да ё-моё. Так, сейчас тут проход. Так, тихо. Тут сюда падение не хочу, потому что там лава. Сейчас найдем, скажем так, способ избиения данного рыцаря. Так, иди сюда. Вот что это такое, а? Ну, удары какие-то, я не знаю, просто на 360 градусов бьют, то просто ничего задеть не может. Вот уж как это так называть вообще? 8 эстуса. Не, ну думаю, за 8 эстусов я должен его как-то завалить, попытаться. А, здесь же ничего не было, я думал, там проход какой-то. Ну и ладно. Что у нас здесь? Да вы издеваетесь, сколько этих тайных стен. Обычный сундук. А большой осколок титанита, все отлично. Нафиг он нам нужен? Так, эти, василиски, ага. Ну, кстати, ХП у них побольше тут будет, конечно. Ё-моё, тихо. Нет, это спам. Они огородили себя дымом. Ничего не сделаешь. Так, враж, если вот так вот пойти. И вот тут в обход. Тихо, 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 тихо. Все, отлично. Сейчас это спадет и нормально. Нормально. Здесь у нас какой-то спуск. И вот где-то здесь вроде бы я умер, потому что... Почему? Стоп, а я умер здесь, а рыцарь-то где вот этот вот? С дымовым мечом. Вот здесь вот что ли, да, скорее всего? Он очень хитрый. Это пиздец. А! Или стоп. Ну хитрец, блин, спрятался. Давай, удар делай какой-нибудь. Ну делай же удар, да. Угу. Так, окей, уже есть. Треть хп. Все, пошел вон. Это я тебе поддался в первый раз. Гигантский дымный меч. Отсылка к дымному рыцарю, кольцо убийцы. О, кстати. Стоп, нет. Нам нужно не это кольцо. Это кольцо было бы полезно. Может, даже вместо эстуса бы поставил. Суть в том, что кольцо вот это вот. Враги тратят больше выносливости при блоке это. А, это немного другое. Тут, возможно, уточнили, кстати, что делает это кольцо.
Да, в принципе, атаки сильные, все такое. Здесь, опять же, надо бегать по огню. Я даже туда спускаться не хочу, потому что это нужно накидывать на себя пиромантическое заклинание, вроде бы, если оно у меня есть. Ну вот, что-то по типу железной плоти. Хотя вроде есть что-то еще. И все. Вот, как-то так. Ну там еще кольца на сопротивляемость к огню, хотя по факту в первой части было разделение отдельно огонь и лава. Типа, то есть, кто помнит как раз таки. При этом здесь походу только огонь, вроде нет такого, что кольцо прям на лаву. Хотя, возможно, оно тут есть. Там, может, в будущем где-то найти надо будет. Ё-моё. Вот это я зря делаю, я очень зря это делаю. Ай, тихо, выпей. Ничего не упало, окей. То есть, по сути, мы сейчас прошли вот это все подземелье. Там не хочу даже думать, знать, что я пропустил. Потому что вроде я даже все делал. Я даже взял и пепел, и осколок, типа. То есть, по сути, все. Я помню, когда первое прохождение было, я сюда, наоборот, приходил, чтобы дооткрывать стены. А здесь у меня и письма эти подошли. Ой, повезло, точнее, что они прогрузились. Я про это. Вот, и все такое. Не письма, а надписи вот эти вот на земле. Фух. Высоко что-то подниматься. И здесь у нас вот эта баллиста. Но суть в том, что она все равно работает. Надо быть аккуратнее. Впереди у нас рыцари. Надо учитывать это еще. Какая-то из стен тут вроде ломается, и можно кольцо подобрать. А ну-ка, это что ли? Да. Оно самое. Или не эта стена? Ну, в общем, можно получить кольцо какое-то. Сломав эту штуку. Так, я аккуратненько сейчас спущусь. Восстановлю эстус, пожалуй. Так, давайте с вами тогда. Один. Ты вроде не они вроде не исполнятся заново. Да, как-то так. В общем-то. В теории можно даже их не трогать, наверное. Так, вот эти. Здорово. Вот это поопаснее будет уже. Так, один, 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 иди сюда. Ага, понял. Называется телепортация. Битва ловкачей. Называется, кто кому первый баланс собьет. Все. Подловил. Турель больше на нас не работает. А вот кто управляет данной фигней? Вот ты управляешь, а вот и нет. Он вроде умер вообще. Никого нет просто вот максимально, никого. Странный механизм. Кстати, теории вот этот вот эти вот сейчас арбалет, вот этот
Вот. Относит нас к, ко второму Dark Souls, вроде бы, как раз таки. Я про него говорил, там типа был торговец из земель торговцев. Он купил одну книгу, где был чертеж вроде арбалета. Вот. И вроде бы это что-то наподобие него. Впереди кольцо. Че? Так, ну вроде все, да, получается. Отбегали, вроде налутали. И теперь нужно к Ацейросу бежать. То есть к Лотрику пока что нет. Потому что, чтобы попасть, допустим, в храм Драконий Пик, или что-то типа такого, нужно, в общем-то, по сути, Ацейроса сначала завалить. Что мы, в принципе, и сделаем. Может помочь сонный бред. Может и поможет, не знаю. Вау, это как я сейчас так сделал? И не потратил хп? Что? Или оно рассчитано на то, что хп не потрачу? Как раз проход к Горацию, который нам уже не нужен. И по факту... Ну, выпьем, не знаю. И тогда пока... Я сейчас отбегу буквально на секунду. Срочно. Пока телепортация, все такое, я сейчас отбегу. Итак, я снова тут. В общем-то, у нас 25 тысяч душ. Сейчас левел апнем как раз. Так, я хотел вроде стойкость до 30 довести, да. Пеплы вроде никакие я не находил, а ну-ка. Да. Так, не то. Укрепить флягу с эстусом? Да. Это сколько? 11 эстуса уже. Вроде всего, кстати, то ли 15 эстуса, то ли еще что-то такое. Не помню точно. Говорить. Нет. Я вот не помню, после чего появляется диалог с ним определенного рода. Свиток Логана. Ну, по сути, да, да. Свиток Логана — это великое открытие в некотором плане для мага. Изучить чары. В теории должны появиться какие-то новые эти вещи всякие. Удивительно, что я могу этим пользоваться. То есть, по факту... Интересно, интересно. А это, а где тут укрепляет оружие? Во, кстати. Пироманта бы еще найти. Вот реально, найти бы еще пироманта. Потому что у нас только по магии, по колдовству... Точнее, чем магия. Лучше так, наверное, выразиться. Вот. Укрепляет щит в левой руке магия. Не, это не надо. Просто по сути можно что сделать. Если вообще будет возможность найти какой-то универсальный колокольчик, образно говоря. И, соответственно, получается, что... Который позволяет колдовать, например, я не знаю, ну хотя бы два из трех видов.
И, например, в ячейке, сейчас покажу, выучить заклинание здесь, например, долбануть получается... Ну, значительно укрепляет оружие, это уж слишком, потому что я не буду качать веру и... ну, вот это все такое. В общем-то, хотя бы вот это поставить, образно говоря, и все. То есть, и таких, например, ячеек сделать 4, например. То есть, это магия, огонь, тьма, ну, я не знаю, там, и чудеса, свет, да? То есть, как бы... Ну вот, кстати. Так, чё с крестовиной? А, стоп, все нормально, наверное, да? Да, все. Вот. И, например, вот правой руке молнии, то есть это чудесами. И таким образом, по факту, вот против какого-то босса найти более ему лучший подход. Но это, конечно, мне, кстати, наверное, более вот это... А, не, я это не могу использовать, потому что что у нас? 30. Не-не-не, это слишком для меня. Явно 30-ку я качать не буду. Это если бы я мага шел, может быть. И, по сути, таким образом мы действительно находим более... такой универсальный подход к боссам. Но это, опять же, такие фантазии влажные, образно говоря. Вот. Теперь вот здесь вот. Пепел нужно юзнуть. Ой, горячий осколок костей, извиняюсь. Пепел это у бабки. Навести порядок в ящике. Кто мне делает вот это... А как это... А ну-ка. Инвентарь заполнен, невозможно получить предмет. Что? Инвентарь может быть заполнен? Странно. А это что у нас за штука? А, это... Я помню. Что-то подумал, какой-то новый коридор, который я никогда в жизни не видел. Всегда пропускал. Так, ну вроде ничего не появилось такого. Вроде бы вообще ничего нового. Вот чел ушел, я не знаю, когда он придет ли вообще. Может, после какого-то босса появится. Вот, в общем-то. У нас сейчас, по сути, путь должен лежать вот здесь, вот. На танцовщице. Я ж правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Сейчас пойдем убивать Ацейроса. Отправимся туда. Там впереди Лотрик, но нам нужно вот сюда, опять же. Этого рыцаря можно пробежать. Можно, и, в принципе, его и побить. Ой, я, кстати, не чекнул, можно ли у кузнеца что-то апнуть. Ну вот, ну как это работает, а? Вот он бьет своими клинками по какой-то фигне и просто сбрасывает удар по факту. Ужас. Не люблю это. В общем, суть в чем. Как я уже говорил тогда на лекции, образно говоря, Ацейрос шизанулся по полной и начал все создавать по образу и подобию... Драконолюбов, скажем так. Опять вот этот моб, которого я не понимаю ударов. Сейчас тогда. Да уж лучше отравлюсь, пофиг абсолютно. Сколько эстуса он на себя просто тратит, это я в шоке. Такая локация, опять же, специфическая.
Так, сейчас, секунду, отсюда мы вышли. Там еще один этот рыцарь. Токсин. Яд отравления. А кто продает... Может, тогда даже стоит вернуться, наверное. Слушайте, в натуре, может. Давайте тогда вернемся в храм огня. У бабки или у этого... Я не знаю, как его зовут. У него просто одежда, вроде раба. Я забыл, как его зовут. Может, у него будет как раз-таки вот этот вот мох с белой... со снегом. Я даже не знаю, как назвать. Или у тебя. А вот по косарю стоит. Вот давайте закупимся, я не знаю. На всякий случай. И души как бы слили. Что терять нечего уже. Получается. И вроде норм все. Сейчас рыцаря стопудово придется бить, в этом проблема. Так можно было бы, в принципе, пробежать мимо него. Он бы просто ничего не успел сделать. Но сейчас придется его стопудово убить. Вот, как-то так. Ну да. Фига у тебя рывок. Да, конечно. Тяжко, тяжко. Вот этот рычаг. И тогда что сделаем? Вместо вот этого мха накинем вот этот мох. И вот сделаем вот так вот все. Здесь два лутецкого можно подобрать. Осколок Эстуса очередной. И получается, что вот сюда, если подойти, это обломок. Вот, кстати. А сколько обломков у нас теперь? Не вижу. Один. Это мы не находили еще ни одного обломка, судя по всему. Некоторые допрыгивали до Тудова. Там какие-то хвостовские, судя по всему, сообщения насчет этого всего действа. Слизняки. Очередной у нас чел, который бьет хер знает как вообще и попадает. Да этот щит, он не контрится вообще. Это бред полнейший. Кувырок был. Слишком резкий удар щитом. Я порой не понимаю, как его. Подо мной есть лутецкий. Так, большой осколок. Нафиг не нужен он, конечно, уже. Ну тут чисто можно пробежаться, по факту. Пофиг на яд, на все подряд вообще. Абсолютно. И вот на вот эту вообще, вот эту фигню пофиг. Забегаем.
Еще один обломок, это хорошо. Ну да, 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 вот именно вот это вот и надо было сделать. Так, еще один лут. Вообще как, кстати? Ну, надеюсь, картинка более-менее плавная. Я действительно на это надеюсь. Проход тут завален. Так, тихо. Вот это вот звоночки. Мне вот эти вообще не нравятся. Опа. А ты кто такая? Это вот звоночки свои вот эти убери. У тебя меч. Ты вроде побезобиднее должен быть. Хотя, опять же, рыцари в лотрике не лыком шиты все-таки. По сути, опять же, вот тут вот, вот видите, как построена остальная часть замка. То есть это вот такое, ну не то, что средневековье, такой готический, может, стиль, хотя, опять же, не разберусь. Модернизм, готика, не знаю. А вот эта часть построена по всем заветам драконопоклонников. А Цейрос, он же вот это вот... Кукуха у него поехал, да. Шизиком стал, вот, типа. И вот, соответственно, все построено как раз-таки в этом стиле, в соблюдении с этими всеми нормами. А можно тебе этот? Бэкстеп дал бы. Ай-яй-яй! Индус, не ори! Ай. Так, что там такое? Извиняюсь, не могу посмотреть. Ай. Ай. Так, это что у нас? Музончик, отлично. Так. Как-то он подвис немножко. Все, вроде нормально все с ним. Это я вижу кукрыниксы. Нормально. Главное, чтобы опять за демонстрацию клипа авторские права не кинули. Ух. Погнали к боссу. Под музычку. Не, ну мало ли, типа, может там фотография с авторскими правами. Как можно увидеть, получается, что он уподобился дракону Ситу. Максимально, как смог. Хотя это был человек. Прошу заметить, человек. Ну, может, ну, что-то гуманоидное, но по факту, да, человек, типа. Ага, понял. Show yourself.
Так, я вот так его не знаю. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Вот этот удар. Его никогда не законтрить. Соответственно, забегеры просто берут и прокачивают так, чтобы ХП оставалось прямо на единичке после такого удара. Ну, в общем, нормально. Почти половину снесли. Ух, я так и вот его не особо помню. Спасибо за донат, за музыку. Тем не менее. Не, что-то надо посмотреть еще. Какая-то странная нагрузка на проц. То есть, типа, это стрим так, что ли, делает? Ай, не надо. Так, тихо. Давай в побегушке с тобой побегаем. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ага, все, пока. И сейчас тогда быстренько пробегаем на скорости. Вот это вот бесит. Так, да, там кастуй свое. Тогда юзнем, короче, этот уголек. Чтобы эстус не тратить, раз хп восполнил. Вроде это фигня. Вот как? Вроде нормально все было. Вроде это фигня, бафает рыцарей. Кстати, Толь, музыку нормально же было слышно? Я просто вот, опять же, беспокоюсь насчет этого еще пока что. Тихо. Хорошо, если что, говори, потому что специфическая, опять же, вещь это все. Тут он, получается, что, он как будто его роняет. Эту сцену вырезали специально. Потому что, типа, по сути, модель ребенка была. Было, типа, прописано падение. Но проблема в том, что могли, скажем так, сказать, что за фигню. Типа, мокруху вы тут показываете. И поэтому, короче, вот такая ситуация. Так, киляемся. Вот тут кувырок нужно было нажать. И тут вроде бы я нажал кувырок, но что-то не то.
Ударить его не могу. Так, 7 эстусы. Нормально. Он бегает туда-сюда, не могу понять. По сути, опять же, по голове бить надо. Самый лучший способ. Удар хвостом, понял. Бля, бегает и бегает. Все. Фух. Когда поймешь, как драться, вот прям, ну то есть примерно хотя бы поймешь. По сути, короче, опять же, в третьем Dark Souls, если голова примерно находится на уровне персонажа, ну, как бы удара, вот, то бей всегда по голове. Есть исключения в виде, например, того же гиганта Йорм, потому что там разве что меч, как раз вот эта буря, повелитель бурь, который я так и не снял, короче, с этой фигни, неважно. А повелитель бурь, то есть вот эта волна доставала до башки. Но вот если можно ударом достать до бошки, нужно именно бить бошку. Либо какую-то критическую точку. Вот по сути здесь основывается все на вот этой всей механике. А вот эту дверь я пока что трогать не буду, но она мне кажется какой-то знакомой. Где-то как будто я видел уже эту дверь. Сейчас тогда в храм огня топякнемся. Ну вот так вот этот рывок, который был в первом трае, по сути, он, скажем так, вот является вот этим вот камнем преткновения раннеров. То есть они делают специально там вот качать так, чтобы вот именно вот когда этот рывок произойдет, у них осталось одно хп, потому что ну там без анимации он происходит. То есть без нет такого, что там типа там не знаю три удара и он сделает эту фигню. Нет, он делает абсолютно рандомно и никогда не поймешь, когда вот настанет данный момент. Вот, поэтому как-то так. Так, стойкость, значит сейчас качаем. Ловкость тогда. 31 тысячу душ уже стоит поднять в левел. Кошмар. Я даже не знаю, на какую концовку я пройду. Мне в данном случае сейчас уже... То есть, пофиг в данном случае, на какую концовку я пройду. Потому что здесь я... Там на какие-то условия нужно соблюдать, чтобы была концовка. Типа там на темного лорда пройти. Точнее, как узурпатор пламени. Потом обычная концовка какая-то. Ну, в общем, на что пройду, на то и пройду. Как я уже, в принципе, говорил, то есть в данном случае париться не особо хочется. Итак, в общем-то, мы вошли вот в это пространство, и здесь вроде бы, скажем так, мы попадаем немножко в другое время. Это что у нас пилигрим, который... Ё-моё. Путь дракона, отлично. Прям так, как будто вот и говорит, типа, ткни в меня, я стена прозрачная. Так. Титанитовая чешуя. И вот тут вот, по сути, мы попадаем как бы в то время, когда во времена Лудлита. Когда пламя настолько сильно потухло, что вроде бы уже ничего не смогло бы его, скажем так, возродить. Вроде бы это, скажем так, тыкл с Лудлитом связанный. Вот это вот, вот этот вот весь момент. Yeah.
так, более-менее мастерски, скажем так, расправился с ними. Пепельное кольцо Эстуса, что ты делаешь? А, скорее всего, это увеличение поглощения, да, очков колдовства. То есть синяя фляжка. Только сейчас ее дают, скажем так, после танцовщицы. По факту. Душа удрученного воина, бла-бла-бла. Так, повезло. Так, а вот ты... Ты у нас из глубин, что ли? Ё-моё! Тихо. Ай-яй-яй-яй. Давайте, идите сюда. Обломок? Что? С тебя обломок упал? Фига. А еще один обломок. А сколько обломков уже? 4 штуки. Отлично. Отлично. Подслышал тебя, мразь. Еще один обломок. Прям кормят нас этими обломками, тем не менее. А здесь вроде ничего интересного и нет. Тут ящерицы даже не должно быть. А, нет, слушайте. Иди сюда. Давай, пока что с тобой разберемся. И один удар. Отлично. Вторая подключилась. Но это как бы без этого никуда. Нормально, чё. По-профессиональному расправился с ними. Опять же, ну повезло, что не согрелись обе сразу. Это было бы куда сложнее. Вроде бы да, вот как раз таки что-то связанное с Лудли там как раз таки. Вот там типа слишком было поздно, все погрузилось во тьму, как мы видим. Ничего не видно, там не замок Лотрика, еще он есть там, интересно. Дочь кристальной Кримхильды, господи. Ты кто вообще? Удар тебе сделать надо, что ли? Вафельная ты какая-то. А, нет, слушай, не вафельная. Прилично так. А собаки-то откуда? Она ненормальная. Вы видели это? Она просто такая, типа, не... Он Эсту съезжает. Ну нахрен, пойду-ка я отсюда. Вот походу все так и было. Так, тут я предлагаю пробежать, скорее всего. Да. Чемпион Гундир. Опять же, вот этот чемпион, это тот, кто должен был вернуть повелителей на трон. В случае чего. Или повелителя. Да ё-моё. Ага.
Ты поопаснее немножко стал, я вижу, да? Так, немножко вот так вот сделаем. Так, вот это вот опасно было. Половина хп есть. Фига он. Так, делаем вот так вот. Блин, он опасный чел, убил меня. Нормально, больше половины снесли. Ща, слишком много ударов от него исходит. Не могу поймать, ой, не могу поймать тот момент, вот когда нужно хотя бы один удар сделать. Есть возможность, я про это. И изнемка, пожалуй, вот эту фигню. Ты за мной долго будешь бегать, да, скорее всего? Да. Так и напишем. Бегает долго. Да ё-моё, не надо. Дай душку поберу-то. Отлично. Угу. Всё, началось. Так, ага. И вот такой вертуха, тупо с вертухи дал. Так, я пока отойду. Сейчас, давай, делай свои комбо. Ага, одно хп. А кувырок же был, не? Или он не... Ё-моё. Так, ну окей. Как-то его даже с паразитом бездны было легче бить. Видимо, паразит бездны его немножко... С одной стороны сделал его слабее, с другой стороны сам паразит бездны был силен. Выразимся так. ХП у нас сейчас меньше. Я не юзал уголь. Так что будем Эстус почаще юзать теперь. Так. Окей. Не-не-не, вот это вот вообще я не знаю, как контрить. А все, да? То есть как бы это, ну, никак не того, да? Я понял. Вот, как раз есть на ком посидеть. А то что-то скучно, что-то боссы со второго там раза валятся. Что-то вообще неинтересно, согласен.
Да иди ты. Блин, придется я тут съезднуть. Так, вот это вот плохо. Хиляемся. Опасно, опасно, опасно. Блин, он меня к краю прижал. А ему баланс не собьешь, да, я так понимаю? Слишком силен он для этого. Вот это удар, конечно, сильный. Не прыгай! Все, отлично, успел. Понял. Не прыгай только. Хиляемся. Ага, зря. Хиляемся. 5 эстуса. Все. Отлично. Ух. Не, ну сколько, четвертый раз? Ну, уже что-то получше. Не, просто опять же, типа, вот как бы игра не должна быть скучной. То есть, понятное дело, если игрок будет убивать босса с первого раза, это неинтересно. Вот. А вот это уже что-то поинтереснее. То есть, ты бегаешь и бегаешь. Повторение одного и того же действия раз за разом. Глефа черного рыцаря, тем не менее. Это самая глефа имбовая в первой части, во вторых частях нахер никому не нужно. Вот. Все, понимаете, вот я убил босса с 30-й попытки, я заведенный, вот прям ух вообще, вот прям хочется сделать все, что можно. И вот я иду дальше, делаю все, что можно. В этом и суть. Да, так и есть, fuck yeah. Так и есть. Однако. Ух. Есть замок Лотрика, нет. Вечный мрак. Так, в храм огня вернемся. Потрачу эти 100 тысяч душ на всякий случай, потому что я не помню, что в храме. В храме там никого не должно быть в целом, но я не хочу гулять с такой суммой. Такую сумму держать опасно. 3 левела, тем не менее, получится вкачать сейчас. Вот как раз таки. Все. Ловкость 30, осталось жизненную силу до 30 долбануть. И будет все нормально. Никакие пеплы там не надо добивать, не? Пока что нет. Так, и это плюс 9. И нужно теперь 6 обломков. Представляете? 6 обломков. Чемпион Гундир. Эх, жалко, конечно, хранительниц огня. Их, по сути, превратили в ресурс. Раньше их пиздец как уважали. Типа, это была очень уважаемая должность, скажем так. Сейчас, конечно, это просто ресурс, который отработал и можно выкидывать. К сожалению. Удивительно, что брали на данную, как это правильно сказать, работу только женщин. Типа, в чем прикол, почему именно мужчины не могли этим заниматься? Я не про вопросы сексизма, а про вопросы, скажем так, то есть, например, в вселенной Dark Souls иллюзиями могли заниматься только женщины. Вот.
И то есть, а как, например, хранение огня влияет на это? То есть поддержание пламени. Так, вот что со мной не так? А! Вот поэтому я и, скажем так, слил душу на всякий случай. Слышу, еще какая-то штука идет. Железная. Испугался аж. Ой, погнали дальше. Давай тогда сделаем так. Иди сюда. Ага. Аниматка была бэкстеп сейчас. Блин. Это так, интересно, так и должно быть, или это баг какой-то? То есть, типа, анимация неудачного бэкстепа, то есть, типа, я вот его типа сделал, но типа он не сработал. Или что-то невнятное здесь. Не поймешь сразу. Все, отлично. Два рыцаря Гвина сломлены. Ай-яй-яй, не надо так пугать меня, мальчик. Так, хиляемся. Вот что значит, когда хочешь сделать бэкстеп, а игра говорит, что не надо так делать. А, в нарезку по самым глупым смертям за всю историю Dark Souls, это просто пасть лицом в землю при маленьком хп. Благо этот костер рядом. В сути, можно как-то поиграть от парирования, типа, но не мое. Точнее, можно было бы потренироваться, если бы геймпад был понормальнее. Вот. А можно тебя столкнуть? Жесть. Так. Как-то оказался быстрее, чем я думал. Так как ты... Каким текстурам непонятным лазит? Так, еще раз тогда, окей. Челлендж. Убиваем рыцарей Гвина. И пытаемся не умереть. Жадничаю немного. К сожалению. Так, давай вот. Агрись на меня, погнали отсюда. Тут кувырок должен был быть. Перекат. Так, ты иди сюда.
Так, ну сейчас почему-то легко все идет. У угли можно с них фармить, ничего себе. Это как бы хочу заметить в бесконечном количестве. Ой, иди сюда. Давно тебя не видел. Кольцо какое? Усиливает критические атаки. Не то. Бэкстеп. Вот было бы прикольно, если бы. А я так понимаю, что, например, эти же как наручи с гравировкой, я так понимаю, было навсегда утеряна такая штука. Вот было бы тогда прикольно вот это кольцо накинуть и сверху еще наручи с гравировкой. Там 5% того, что удар будет критическим. И таким образом усиливание подобного неплохо бы помогло наоборот. Так, тихо. Сейчас вот прям ровно все идет с этими рыцарями. И вот еще один должен вылезти вот. Не? Клинок хаоса. Окей. Тут не открывается ничего. Удрученного чародея. Душа упала. Так, тут сверху будет кто-то? Не? Окей. Заходим в храм. Прогуляемся по нему немного. Пустоват, молясь. Пепел опустошенного, окей. Так, ну опять же, пустая такая локация в данном случае. Фрагмент витого меча. И куда его? Фрагмент витого меча — это намек на то, что... Опа. А ну-ка, подожди, сейчас к тебе вернемся. Молот кузнеца. Так, тут ничего нет. Может помочь уголь? Куда? Ладно, погнали, поговорим с бабкой. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in with merry a peep. А, это будущее получается. Well, thou shouldst my purpose know. Да нет, неизвестно. What can this old handmaid provide thee? To skirt the curse's grasp. Tarry not for long. Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. To skirt the tatties off like... У тебя можно купить сет Арториаса. Ничего себе. Фига. Пол сет Арториаса.
пусть будет тогда вот эта штука. Предмет сетевой игры, воздушные пальцы с множеством фаланг. Используйте, чтобы укрепить связи с иными мирами. Это позволит призывать третьего фантома, но также и второго темного духа. Третьего фантома? Темные духи появляются раньше, применять осторожно. Ага, окей. Короче, к ней можно зайти, если нужно купить Сеттер Ториаса, но... Вопрос один. Я так понимаю, что здесь мы взяли, получается... Мы взяли, получается... Как это правильно сказать? Витой меч для того, чтобы в самом последнем... В самом последней локации разжечь тот костер, типа. Хотя он вроде уже будет разжжен. Для чего нам этот витой меч, интересно? Для коллекции, что ли? Да нет. То есть его, ну, тут разжечь ничего нельзя, вот я просто про это. И куда его нести тогда? Если тут одна бабка осталась. Даже спросить не у кого, считайте. Так, где ты находишься, ё-моё? Считай, как ты этот... Залип что-то, листаю менюшку, непонятно зачем. Шипастый меч, нет. А он разве в разделе ключей, что ли, сейчас находится? Да нет, вроде, кстати, им спокойно можно взять в руки и побегать с ним. Давайте вещи. Да нет, вроде. А ну-ка. Да нет, окей, ладно. Какой-то спрятанный предмет от взора. От взора нас. Не знаю, как правильно выразить данные. Но как-то так. Опа. Это для чего? Опа. Глаза хранительницы огня. Глаза хранительницы огня нужны для того, чтобы отдать хранительнице огня. Логично. А все типа уходить отсюда нужно? Ладно, косточка возвращения, не знаю даже. Я реально не понимаю, где сейчас этот витой меч может пригодиться. Надо будет тогда погуглить после стрима. Вот. Ну, давайте дадим ей, я не знаю, эти глаза. Так, темной метки у нас нет, окей. Они вообще нужны для какой-то концовки, но... Да кого это волнует, лол? И бабка, которая сидит там, подслушивает, такая типа, ага. Ashen One,
Forgive me if this sounded strange. The eyes show a world without fire. A vast stretch of darkness. But 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen One, if thine heart should bend, kill me, and strip these eyes from my person. I will return as the firekeeper I once was, as it has always been. Ashen One, kill, I will, as it has... Very well, then take... Стоп, это я зря нажал. Сколько там, кстати? Вот, глянь, 33 с половиной нужно. Ну, дать далее глаза и далее, типа, окей. Передать пепел, пепел опустошенного. Ничего не скажешь? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Чё теперь ты продаёшь? Стрела души, какие-то бесполезные оружия. Это танцовщицы, прошу заметить. Ну, это, конечно, мы не тех размеров, чтобы прям полностью косплеить, но хоть как-то. Так, что тут у нас? Ничего интересного. Стрелы, кольца никакие не появились, и, соответственно, нечего и смотреть. А, кстати, поболтаем с тобой? А, ты это. Ладно, неважно. Укрепить флягу. Отлично. Чинить же ничего не надо. Отлично. Закалить оружие не надо. А вот укрепить бы не помешало. Но опять же нужно много-много-много обломков. До плюс 10, чтобы качать. Так, у нас никто на лестницах не сидит, вроде новых персонажей никаких нет. Клирика я не освобождал, поэтому с ней поговорить не получится, да и не хочу как-то даже. Что это такое? В общем-то, получается, добавились ввиду имеющихся душ боссов. Это изо рта вылетает громадный валун. Это пиромантия такая. А кем она разработанная? Искусство заблудшего демона, чье пламя угасло. Ага, я понял. Типа... Лава, пламя застыла и превратилась в валун. Я даже не знаю, как это описать. Более-менее, хотя бы логическим способом. Диакона глубин. Остаток потемневший от огня души. Пламя хаоса, выжигающее окрестность. Это что у нас? Король демонов. Ага, понял. Вальнир. По земле стелится волнистое темное пламя. Ага. Что у нас, кстати? Тут добавилось. Это получается у нас клинки танцовщицы. Они одновременно бьют и магией, и огнем. Ввиду того, что клинки один темный, второй огненный. Кстати, более-менее, скажем так, отсылка к клинкам бобени из клинков темной луны, что ли, в первой части. Скажем так, это тусовка. То есть гигант, сам Арториас и вот эта бобень. Вот, там, да, как-то так. Да-да-да.
парные зачарованные мечи, которые понтифик Салион пожаловал танцовщице Холодной долины. Эти клинки символизируют клятвы танцовщицы. Клинок в правой руке зачарован темной магией, клинок в левой — огнем. Это зеркальное отражение самого понтифика. Навыки игратской танцовщицы — явить ярость обоих клинков танцующим прожестным движением, используется сильно так, что... Ну, типа... Чё, а что для надо... А, нужно прокачать немножко веры. Ой, не веры, извиняюсь, а... Вера-то у нас имеется немного... А, нет, стоп. Интеллект имеется, а веры нет. Ну, в принципе, меня и эта ситуация устраивает. Можно будет, в принципе, взять. Мне вроде даже есть. Ну, типа, нахрена мне еще... Для чего мне еще душа танцовщицы? Возьмем, конечно, эти клинки. Не знаю, конечно, буду ли я до 9 веру докачивать. Так, что ты мне сказал? Ай, ладно. Извиняюсь, пропустил диалог. А, тем не менее, что я хотел глянуть. Вера 8, ну один левел можно, в принципе, кинуть. Посмотреть, что к чему. А так, вот они, клинки, по факту. Да, действительно, кстати, напоминает клинки из первой части. Ага, это вот эти размашистые удары. Ага. Потом у нас... Сейчас, а ну-ка. Вот этот удар требует, кстати, очков колдовства. Ага, все окей. О, я вот заметил, что один удар требует очень много очков выносливости. Но клинки красивые в целом. Реально красивые. Нормально. Теперь, вот с этим куском мы закончили. Эстус подняли, что ли, да? Что-то просто не совсем помню. Как-то на автомате забежал к нему, что-то сделал, и получается... И... Клинки Сиаран, да, да. Вот что-то наподобие их. Вот очень сильно напоминает. Но при этом, по сути, это клинки, дарованные понтификом. А может, это они, типа... Нет, там как-то... Или же эти клинки, они такие же и были. Типа, один на тьму, второй на огонь. Ну, вроде что-то такое, в общем-то. Не помню точно. Нам сейчас нужно вот на вот этот вот костер вернуться теперь. Да. Как-то так. И, скорее всего, сейчас добегу до локации и закончу на этом стрим. Вот, получается, следующий стрим у нас будет по локации с драконами. Да. Че ж, побежали тогда. Здесь вот сюда нужно. Так, повезло, повезло. Да, значит, все верно. А вот. А интересно, вот откуда у понтификов данные клинки имелись-то? А, нам сейчас нужно что сделать? Так, поклон я, пожалуй, убирать не буду, потому что вдруг вторгнется какая-то невнятная штука. Вот эту эмоцию мы меняем на путь дракона. Вот.
И начинаем. На фоне локации с драконами, извиняюсь, не надо было ничего нажимать. Вот, не знаю, молиться, не молиться. И вот такая вот ситуация. Начинается консцена. Такая тишина. Мы умерли, судя по всему. Стоп, тут. Да ладно, тут есть топор драконоборца. Да ладно, ничего себе. А тут есть топор Крейтона. Ничего себе. Вот это не внезапность на самом-то деле. Еще какая. И бам! Об землю чисто. То есть вот получается, скажем так, бескрайние облака. Вроде там какая-то локация, может, с гигантом вот этим, который на башне сидел. Не знаю. И неплохой колокольный звон, и плюс одна виверна здесь будет. Вопрос, где костер? Вроде чуть-чуть дальше. Если я правильно все понимаю. Сейчас вернемся, чтобы я точно посмотрел, что я ничего не упустил. Потому что, может, костер в самом начале. Хотя, насколько я знаю, такое не является действительным. Да, скорее всего, именно так. Так, немножко FPS присел. Подгрузочка. Всего этого. Ё-моё, нифига себе. А этот костер повыше у нас, да, вроде? Ой, это сейчас опять бежать все вот это расстояние. А, не. Фига. А почему я здесь тогда респаунюсь? В чем логика? Что-то как-то маловато я здесь на самом деле, этой логики. В теории как бы я не должен здесь зареспауниться был. Отступаем. Хрена. Опасно. Очень опасно. Самонаводящееся пламя еще какое-то. Просто по лицу тебе. А, ты, я так понимаю, из-за столба меня не увидел, такой типа, ну и ладно. Видишь меня? Все, погнали.
Главное тактику найти, скажем так. Остальное приложится. Скажем так, немножко цитат от Вендрика. Правда, я немножко видоизменил. Там он говорил, добыть силу, остальное приложится. Вот как раз-таки костер. Уголек. И вот на, скажем так, вот этой ветреной локации предлагаю сегодня закончить трансляцию пока что. Сейчас, секунду, может тут еще что-то есть, нет? Вот. Ну, как на каком-то таком виде, скажем так, более-менее чуть-чуть мыльноватом таком, не знаю. Просторном. Предлагаю сейчас закончить стрим. И в следующей части уже начать как раз именно с него. С этой локации у нас тут два босса будет. Один это верно такая громадная. Навряд ли это дракон, скорее всего. Нет, точнее, громадная виверна, потом виверна поменьше. Но это, скажем так, не босс, а будет, скорее всего, опциональная хрень. Вот, и потом конкретно босс это безымянный король. Кто шарит, тот шарит. Вот, так что да, всем спасибо за... всем спасибо тем, кто смотрел стрим, понятное дело. И, соответственно, всем удачи, всем пока. До завтрашнего дня.